Теремок ТВ представляет. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Секрет. Так. Здравствуй, ежик. Здравствуйте. А что ты такое интересное лепишь? Это секрет. Секрет? Ничего себе. Мне еще нужно... Это... Я сейчас... Ну где же оно? Ну где оно? Ну, ой. Здравствуй, пандочка. Привет. А это что? Честно говоря, пока не знаю. Ёжик лепит что-то очень секретное. Это яблоки. Думаешь, яблоки? А не великоваты ли они для яблок? Раз, два, три. Три арбуза. Да, похоже на арбузы. Или три мячика. Ого! И кто это у тебя получился? Гусеница. Такая большая. Она арбузов наелась. И тебя тоже съест. Не съест. Это не гусеница. Это снеговик. Какой чудесный снеговик, ёжик. А почему он зеленый? Ну, белый пластилин закончился. Да что? Я? Ёжик. Да ты настоящий мастер. Раз, два, три. Как же здорово лепить из пластилина. Число три. Раз, два, три, четыре, пять. Нам не хочется скучать, будем числа изучать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нам сегодня повезло, изучаем мы число. Посмотри-ка, посмотри и запомни, это три. Раз, два, три. Раз, два, три. И у меня три. Раз, два, три, три. Ёжик, сколько у тебя книг? Раз, два, три. Три книги. Вот здорово. Давай посмотрим, что там внутри. Три котенка, три слоненка, три веселых поросенка. Даже ежик сев на стол, ровно трижды вдруг чихнул. Раз, два, три, будь здоров! Нам сегодня повезло, изучаем мы число. Посмотри-ка, посмотри и запомни, это три.
Понравилась эта серия? Жми на лайк и поделись серией с друзьями.